куда-то ушла. Вот какой день уже твердит. Мне к маме надо, мне к маме. Мама больше 30 лет назад умерла уже. То есть бабушка моя. Ну, она мама ее называет. Я пойду к ней, на печку залезу. Маме надо помогать. Нигде нет, не вижу ее. Ой, Господи. Вот дом свой не вспоминает. Одну к маме. А дома была тоже, сестра говорит, приду, говорит, кормить. И она говорит, мне к маме надо идти. Я к маме пошла. И дома такая же песня была. Пойду к маме. Я ее проводила гулять. Говорю, мам, подыши свежим воздухом. Думала, она возле дома. Она сначала ходила возле дома. А теперь вот нет. Иду искать ее. Вышла напрямую. Ну, туда, к магазину. Ее нет там. Ой, машина ехала по кругу. У нас говорит, нет тоже по нашему хутору. Куда она делась, не пойму. Вот еще беда. Не знаю, где ее сейчас искать. Сейчас попробую еще посадку. В другую сторону схожу. Она все рвется куда-то к маме. А дорогу видит, а там есть по посадке дорог, там у нас отдельный дом. Может быть, там туда ушла. Сейчас посмотрю. Ну, вокруг хутора машину я остановила, ехала. Говорит, нет, ее не видно. Бабушку. Сейчас посадку потом. Вернусь с этой дороги. Фух. И не знаешь, как тут быть. Все было хорошо. Пообедала, главное. Она не на голодный желудок ушла. Пообедала, все было нормально. Я ее проводила погулять. Ой, проводила свою голову. Ну, она, как обычно, возле дома. Я думала, она возле дома будет. И ушла она куда-то. Привезли на машине беженку мою. Ну, ты, мам, нашла свою в лимане-то? Ты же к ней пошла в лиман. Никого я не нашла в лимане. Да? Ну, да я не искала, я вернулась. Да ты не вернулась, ты стояла, тебя подобрали на машине-то. А? Да ты не вернулась, ты стояла на машине, тебя подобрали. Ну, это кошки вот. Да, он. А никуда ты не рос. Пошли, мам, домой, все, хватит. Устала? Куда? Да домой, вот дверь. Куда? Да. Ну, что, я буду по дворам заходить. Надо. Мам, ну ты домой идешь, а не по дворам. К себе домой. В свою комнату сейчас пойдешь. И то я его не угадала. Потом глянула, говорю, корча, ты ведь. Иди, иди в свою комнату. Сидеть. Раздевайся, мам, давай, я побежу. Не дай бог никому так брать, как я делаю. Давай, тебе телевизор включу. Не знаю. Ну, что ты плачешь? На печке хотел полежать, да? Сейчас скину какой-нибудь. Уморилась, ты глянь, далеко прошла. Руки замерзли, да? Да. У тебя варежки здесь есть. Отдыхай, ложись. Полежи немножко. Шапку-то снимай, там платок у тебя еще под низом. Мы как искупались ты. Что-то я какая-то стала дура. Мам, нормально все, это старость. Дура. А я думаю, что не дура, и я дура. Все, успокойся. Все хорошо. Мам, руки замерзли так, да? Да. Ну вот, надо варежки одевать уже. Варежки есть. В машине-то тепло было, не согрелось, что ли? Ну, отдыхай. Не буду я тебе мешать, пойду тоже отдохну. Иди, иди. А ты не будешь больше плакать? Нет. Все. Ты уж дома, все. Дома тепло, шклянька, хорошо. Ложись на подушку, ляжь, отдохни и кино смотри. Поняла? Поняла. Да. Тебе. Как я сегодня искупала. Мам, ну ты же от меня ушла-то. Пообедала и пошла. Да ты что? Да. И не помнишь? Не-не-не. Я все время тебя искала. Как я? Меня искала? Ты пошла меня искать? Да. Ой, да господи. Не пошла искать, я пойду. Так я здесь была. Я себе сказала, мам, говорю, иди погуляй, из дома постой. Вышла, тебя нет. И пошла тебя искать.
Ну вот, это будет новый скалиться, будет два. Да вот же. Ну все, отдыхай.